расчетов их еще нет в принципе. Да? То есть сейчас мы с кабинетом министров, да, согласовываем новую методологию расчетов, причем потому что существующая методология расчетов тарифов, она не позволяет нам делать дисконтирование, то есть скидки при покупке больших поездок. Да? То есть никаких конкретных цифр их еще нет в принципе. То есть нигде, ни в Кабмине, ни в КНДА, да? То есть цифр нет. Рифов нет. Если цифры из рахунки отличаются, смотрите, то есть, то есть сейчас мы согласовываем в принципе еще раз, да, то есть понятное дело, что будут новые принципы, будут новые тарифы, будут они больше или меньше, для кого они будут больше или меньше, то есть сейчас такой информации еще нет. То есть мы хотим дать возможность людям при покупке большего количества поездок, к примеру, сейчас проезд в метрополитене 2 гривны, да. Если человек, что мы хотим изменить, что если человек будет покупать 20 поездок сразу или 100 поездок сразу, да, то сейчас нет никакого дисконтирования, нет никаких скидок. Мы хотим изменить этот порядок, то есть и предложили существующие изменения. Вот и все. То есть ровно вот это. Никаких цифр, никаких тарифов, никаких расчетов там не было. Только вот это. Проезд в метрополитене, стоимость проезда в метрополитене в наземном транспорте однозначно изменится.